рад с вами, Саня, и с вами мы приехали на такую, ну, как сказать, на ярмарку. Во дворец, Саня, ну, скажи, да. Привет всем. Ну что, у нас уже праздничное настроение. Василиса, я тоже. Потом засниму. Мы, короче, приехали очень красивый, называется Рудон Дворё, дворец. Тут происходит очень красивое мероприятие для детей, не только и для взрослых. И целая аллея. Вы посмотрите, как тут красиво сейчас. Да. Да, есть каток, есть, короче говоря, тут много-много всяких, очень красиво. Я не знаю, камера передаст ли. Мы стоим тут у ресторана, мы будем его заходить, но мы показывать его не будем. Внутрь будем заходить потом. А сейчас давай пойдем с Аней покажем елочку, там все. Мы уже купили. Ай, Саня купила вот такую, кстати, конфетку себе уже. Смотрите, какие кареты, помнишь, как тут красиво. Говорила, я хочу этого леденца, помнишь? Да, ну вот будет сейчас его, когда поедем уже домой, да. Сможешь его там, ну вы посмотрите, прям карета Золушки. Саня, прям для нас. Ну тут все фотографируются, смотрите, внутри как красиво, и тут игрушки. Ой, как красиво, давай, Саня, немножко встань, я тебе такой красивый ракурс возьму. Вау, Саня, супер. Ну, тут давай идем покажем, тоже. Как говорится, королеву бала, елочку. Тут, знаете, летом очень-очень популярное место, потому что тут женятся люди. И тут очень красиво, потому что тут в таком старом стиле все сделано. Ну, давай сюда, идем покажу елочку. Смотри, все стоят, чего-то ждут. Ну, давай. Они же ждут фотографии. Тут столько людей. Ну, да, ты помнишь. Нет, Саня, не того ждут. Не того, вот видите. Нет, вот эти люди. Ну, так я про эти говорю. Ну, вот. Вот, смотрите, как красиво. Лошади. А вот еще одна карета. Тоже. Пойдем туда. Ну давай, куда? Я не знаю куда, но. Ай, вот тут, кстати, давай пойдем с Аней покажем каток. Каток не показала я. Он маленький, такой малюсенький совсем, но, ну, совсем такой ничего, сказала бы я. А? Вот эти, как они, коньки, эти, пластиковые. Они нехорошие, да, Сани? Ну, мам, ты уже пробовала вокруг. Ну, с ними, наверное, не такие, знаешь, очень жесткие на ноге. Я представляю, они с ними пластиковые. Неудобные, короче а говоря. А вот с такими вот белыми я каталась в Лондоне. Ну вот, короче, хотели поделиться с вами, как тут красиво. Мы выехали на сегодня перед праздниками. Есть еще время. Мы сегодня были заняты утром, да, Саня? Ехали к доктору. Сдавали кровь, и я сдавала, и Саня сдавали, потому что Саня как заболела, мы никак не могли приготовиться туда поехать. Ну что, Саня, не знаю тогда. Давай еще тогда, когда будем где-то по интересному, пока тогда, покажем. Пока-пока, да, ставим лайки, подписываемся, всем пока. Пока-пока, давай идем тогда дальше понемножку. Ой, ты слушай, с неба падает. Как фаланги похоже, да? Что? Там как зонтики такие, да. А тут вот такие, видишь, как капельки красивые.